Так вот, имеем пульт 164. Надо переключить на русский язык. Сейчас покажу. Надо залить просто прошивку. Так, заходим в параметры. Только английский видим. Смотрим, нажмем Help. И видим, вот версия прошивки 0.1.0.4. Старенькая версия. Вот. Внизу разъем для флешки, заглушку убираем, вставляем флешку. Так, вот я вставил флешку с ранее залитой прогой. И жмем сбоку кнопочку Reset. Нажимаем Reset и ждем, пока перезагрузится сам контроллер. Как он висит на стенке, ничего. Вот дисплей погас, сейчас будет перезагрузка. Флешка в это время считывает уже информацию. Вот, пошел лодинг. Пока. Догружается. Так, вот, запустилось. Теперь заходим в settings. General. Вот у нас появляются уже стрелочки. Deutsch, французский, польский, испаньолский, португальский, итальянский, русский. Жмем подтвердить. Опять перезагрузка. Флешку можем вытаскивать. Все, опять идет перезагрузка. Ждем. Вот. Уже видим надпись загрузка. Значит, мы уже на верном пути. Так, все, последние загрузочки. Все, вот он русский язык. Все.